Сегодня гражданин Украины в Крыму – это угроза. Угроза жизни себе, угроза жизни своим близким. Сегодня аресты в Крыму – это проявление безжалостного террора со стороны государства России. Вооруженные до зубов собаки издеваются сегодня над людьми в Крыму. Они сегодня насаждают страх и взрослым, и детям для того, чтобы помнили, покорились и превратились в быдло, чтобы не смели даже говорить о каких-то правах. За что? За то, что мы десятки лет пользуемся правом, которое разработало международное сообщество, правом ненасильственной борьбы отстаивать свое право на жизнь, на свою родину, на свою свободу. Предстоит день голосования президента-террориста. Он еще и хочет через этот день голосования в очередной раз утвердить Крым как часть своей территории. Однако это не часть территории, это колония России. Сегодня там не мост строится, это дьявольский мост. Сегодня там не дорога, я ее называю дорогой смерти. Там уничтожается историческое наследие. Там экология уже находится в том состоянии, которое нам потом предстоит, может быть, столетиями выпрямлять. Я вас прошу, вот как вы все объединились и спасли наши жизни, спасите, объединитесь, не идите на поводу у этих спекуляций. Спасите жизни других политзаключенных, спасите наши народы, нашу родину. Спасибо.